Всем привет, друзья, с вами Маламадрас. Возможно, вы помните, я выпускал видео, которое называется «Медведи против волков» в PUBG Mobile. Тогда мы соревновались, можно сказать, скинами в PUBG Mobile. Была команда медведей, была команда волков, и соревновались мы в ТДМ. Если вы не видели, обязательно посмотрите. В этот раз я решил сделать что-то подобное, но только на данный момент мы решили столкнуть лбами Рика и Дэрила. Это скины персонажей сериала Walking Dead, которые завезли к нам в игру. Мы позвали ребят, я думаю, что вы их даже знаете. Ссылочки на их канал я оставлю в описании. Это White Lynx, это Аркси и Засадыч. Мы решили провести товарищеский бой в ТДМ. Одна команда наша играла за Рика, а команда Жени, Аркси и Засады играли за Дэрила. Ну и сейчас мы посмотрим, что из этого получилось. А вы обязательно ставьте лайк этому ролику, если хотите больше таких товарищеских матчей. Я с радостью буду выпускать их на своем канале. Ну и всем приятного просмотра. Ребят, тактика такая. Вообще, вот ее нет. Просто идем сражаться. Главное победить. А, блин, учитывая... Да-да-да. Блин, из-за того, что мы в одном дискорде, непонятно, кто в моей команде вообще. Так. Минус мисс калибр, я даже не знаю, кто это. О, точно! Тут же этот, Аркси минус. Тут же можно подкаты делать, я совсем забыл. А хаешки можно кидать? Ну, конечно. Конечно, можно. Не, хаешки можно, это обычное как бы оружие. Окей. Как ты туда залез, а? Паркур, новое движение. Чать отображается. Эй, ребят, что происходит? Что происходит? А танкует только у меня? Да, в смысле, что за этот? Это нечестно, Аркси опять читы подрубил. Так. Я еще пока не... Спасибо, ты просто красавчик. Своих? Понимай. Ты, блин! Минус. Бей своих, чтобы чужие боялись. Точно. Да, хаешка! Просто здравствуйте. На троих хаешка пусть раз. Что тут происходит, скорее всего? Так. Я совсем забыл разыграться, ребят. Ну это ладно. Ну вообще-то да. А мне еще надо перед ТДМ тоже разыграться, понимаешь? Ой, кто минус только что сделал? Так, я поставил. Так, ребят, хорош. Давим. Засадыч, извини. Да, блин, как ты не вы. Как вы живете-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Слушайте, что-то мы начинаем просирать, это, да, как бы? Это вообще не нормально. Засадыч тут тусуется. Так, Засадыч. У меня пинг 700, бля. Андрюх, прости меня, но я, короче, тебя этот немножко убил. Мама, меня фура убила. Ребят, соберитесь, пожалуйста. Сравнивай. Мы просто рашим, они нас встречают. Надо тоже встречать становиться. Надо. Просто встречаем. Хорош. Киньте ему туда за это. Я кинул. Дал хэд. Ух ты, а чё он не умер-то? Это вообще законно. И пока ровно идем, ребят. Отлично. Ой, хорош. Ой, блин, я на двоих выбрал. В итоге вырвался, к сожалению. Просто стараемся перестрелять. Здесь у меня хайс. Ай, блин, как так? Да, ёлки. Ну как так, а? Ну как так? Ну ладно, хорошо. У нас не так все плохо на самом деле. Let's go. Стоят три тела, ждут коряк. Ты чё?
Кто там такой дикий, дерзкий, как пуля резкий? О, это кто? Это кто упал? Это кто упал? А как ты выжил вообще? Так, нужно еще брать этот обычный коллиматор, потому что... Так, ребят, хорошо, идем пока. Коллиматоры обычные надо брать тоже. Да, в смысле? 4 на 7, коряки. Идите его нафиг. Хорош. Ай, блин, не в того развернулся. А чё вы не умираете-то? Сейчас умер. Да. Не, коряки, это не наши, но давайте собираться, короче, ну нафиг. На. Да как? Я же первый выстрелил под себя. Killing spree for the red team. Опять. Ёпрасте, уже раза 4 попал. Ох уж эти киберспортсмены, блин. Ой, блин. Я просто никого не могу убить. Что за дичь? А этот... Эти минуса и плюса... Засадыч, почему ты не умираешь? До свидания. Сейчас умер. Еще раз. Понял. Еще раз. Ребят, тащим нахрен. Серьезно? Чё я творю? Твой... Зачем ты залез туда наверх? Как? Так. Так, ребята, три очка там осталось, совсем чуть-чуть, давайте. Да, все. Ладно. Молодцы, ребята. Главное, не умереть последним. Вот, всё, вроде пошло. Уже, спасибо, спасибо. Не знаю вообще, как я его поставить. Начал разваливать, как карту подключил сразу же сходу. Ребят, давайте соберемся. Найс чат. А, это враг? Нет, свои. А как он в спине ходит? Ребят, граната сейчас взорвет меня. Ай, блин. Да чё насчет этой хоть одной выиграть-то вообще не знаю. Слева. А чё вы не умираете в упор, Аркси? Я ж тебе в упор высадил. Да ну нахер. Ой, как красиво. Опять... Ой, как красиво. Да какое красивое. Опять второй раз чисто я в упор. Тупо в упор дамаг вообще не кроется. Иди нафиг просто отсюда. Я опять упор не убил сперва. Так, ребят, тащим. Чуть-чуть осталось. У вас отрыв-то чего 4, чего? Ну вот именно, я и говорю. Просто давайте попробуем выиграть эту игру. Да елки, остался один, ребят. Пожалуйста, соберитесь. Да. Музыки и викторешки. Прицел будет. Я понял. Ты в смысле? У меня опять карта вырубилась. Нет, не заберешь. Эх.
Мне немножко не хватило патронов. Вайт, хорош там стоит. Так, тащим, тащим. Так, Макс взял по позиции. Андрюх, как ты выжил, честно? Да, вы прикалываетесь, как ты... Ой, жесть. Тихо. Так и знал, что раньше надо было читы подрубать. Да. Ай, блин, а как ты живешь, ты, Макс? Ты... В смысле, я умер, если чё, алло. Я иду пешком и нажимаю просто присед. Идёт, крадётся, чё-то. Боже, я убью кого-нибудь? Нет. А как ты живешь реально? Кто там был? Я даже не узнаю вас уже. У меня инвентарь открылся. Ой, это тотально вошел просто вообще. Ворвался. Да это что такое-то, бля? Прилетел нам подарок. Да ты зарубал контрить мои подкаты, я тут для кого подкат? Ну так, чтобы ты это тоже не расслаблялся-то особо. Я ни разу не видел. Да как ты мой контроль сейчас законтролил? Это вообще было невозможно сделать, ты роплишь? Вот как ты сделал. Ребят, у нас четверо просто на базе. Там все происходит. Так как ты опять это сделал? Ребят. Да, 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 блин. Бьёшь, нет? Red Team Victory. Хорош. Потные хаешки. Потные хаешки. Нормально. Чем так кричать, у меня аж палец дёрнул. Прямо по одной. И опять залез на это говно. Ну скажите, кто вообще придумал этот паркур вонючий? Да ёпарас, вот эти гранаты. Ты умирать будешь, Арксид? Надоело, реально, живет как этот. А тебе по голове что там не прилетает? Да, мне очень больно прилетело так-то вообще. Че, как дела, Женек, нормально? Просто лицо. Так, подожди. Че, как дела, пацаны? Андрюха, вот это вот вообще не по-пацански было сейчас. Да в смысле? Да я пошутил. Да задолбали, чё вы так долго живете-то? Да, слева. Cover me. Nice shot. Да в смысле? Cover me. Ой, блин. Андрюх, ну хорош, ну, wow. Андрюх, не давим, не давим, ребят, не давим. Да, засадыч, я тебя ненавижу. Нормально вообще. Red Team Victory. Хорош. Пацаны, ну как бы против профессионализма вашего не попрешь, я как бы этот ничего не скажу. Это был товарищеский матч. Зато просто как бы мы выяснили, что Дэрил реально сильнее, чем Рикер. Спасибо вам за катки еще раз. Давайте. Пока-пока, ребят. Все, давайте, ребята. В конечном итоге мы закончили. Да, у нашей команды не получилось выиграть ни разу, но мы шли всегда нос в нос, сражались достойно, и это было, главное, очень весело. Нам очень понравилось, и мы обязательно повторим подобные товарищеские матчи впредь. А вы обязательно поддержите лайком, если вам нравится такая рубрика, и, конечно же, подписывайтесь на канал и канал ребят, которые сегодня участвовали. А с вами, как всегда, был Маламадрас, увидимся в новом видео. Всем пока!